Polygull brings nature in. Прежде чем приступить к установке сотовой поликарбонатной панельной системы ТОПГАЛЬ, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу или проконсультируйтесь со специалистом. Помните, неправильный монтаж может привести в негодность даже самые качественные изделия. Итак, давайте начнем. Вначале убедитесь, что у вас есть все необходимое для монтажа. От самих сотовых поликарбонатных панелей и соединительных профилей до соответствующих анкеров, самоклеящихся пылезащитных лент, торцевых профилей и винтов. Спланируйте ваши действия таким образом, чтобы все подготовительные работы были сделаны до того, как вы начнете устанавливать панели ТОПГАЛЬ на конструкцию. Это гораздо быстрее, удобнее, а главное, безопаснее. Если вы планируете хранить панели и профили некоторое время перед началом монтажа, убедитесь, что они укрыты от прямых солнечных лучей. В панелях ТОПГАЛЬ сторона с выступающими соединительными зубцами называется сторона зубцов. Противоположная сторона панели называется плоская сторона. Иногда только одна из сторон сотовых поликарбонатных панелей ТОПГАЛЬ защищена от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обратите внимание на маркировку. На эту сторону нанесена защитная полиэтиленовая пленка или специальная лента с логотипом компании и соответствующими надписями. Поликарбонатные панели следует всегда монтировать этой стороной наружу. Если вы монтируете систему ТОПГАЛЬ на ручную конструкцию, примите во внимание минимально допустимый радиус холодного изгиба панели. Информацию о его величине вы можете получить у продавца при покупке системы ТОПГАЛЬ или в службе технической поддержки компании Polygall. Защитную полиэтиленовую пленку с внутренней стороны панели перед началом монтажа необходимо удалить. Сотовые поликарбонатные панели ТОПГАЛЬ легко режутся обычным инструментом, используемым для работ по дереву. Нарежьте панели в соответствии с необходимыми размерами. В торцах панели необходимо сделать надрезы глубиной около 2 см в основании каждого зубца. Заклейте торцы панелей самоклеющейся пылезащитной лентой. Это необходимо для предотвращения попадания внутрь пыли и влаги. В алюминиевых торцевых профилях необходимо заранее просверлить отверстия для отвода влаги. Конструкция, предназначенная для покрытия сотовыми поликарбонатными панелями системы ТОПГАЛЬ, должна иметь уклон не менее 5%. Укладка сотовых панелей на конструкцию должна выполняться таким образом, чтобы внутренние ребра панели были параллельны уклону. Это необходимо для естественного удаления влаги из сот панели. В процессе монтажа выравнивайте панели по линии верхнего края конструкции. Нижний край панели должен немного выступать за линию нижнего прогона об решетке. Избегайте хождения по панелям во время монтажа. Это опасно, а также может их повредить. Первая панель должна отступать от бокового края конструкции на 2 см для крепления анкера и бокового профиля. Для предотвращения в дальнейшем продольного сдвига панелей необходимо при монтаже установить специальные замковые анкеры в каждой панели на 2 крайних прогонах об решетке. При помощи ручного инструмента необходимо сделать надрез глубиной около 5 мм в соединительном зубце панели. В этот надрез вставляется выступ замкового анкера. Анкер должен быть надежно зафиксирован на конструкции 2 болтами-саморезами во всех местах пересечения панели с прогонами об решетке. После установки анкеров и бокового профиля можно установить первый соединительный профиль. Укрепите анкеры с противоположной стороны панели, установите на место следующую панель, а затем соедините обе панели соединительным профилем. Повторите все действия в той же последовательности. Панель, анкеры, соединительный профиль. И так до окончания монтажа покрытия. По окончании монтажа последней панели установите торцевые алюминиевые профили. Верхний край торцевого профиля должен войти в сделанный ранее надрез у основания зубцов панели. Теперь можно установить декоративные крышки на торцы соединительных профилей.
Последний этап монтажа – удаление защитной полиэтиленовой пленки с наружной поверхности панелей. Не оставляйте защитную полиэтиленовую пленку на панелях в течение длительного времени после завершения монтажа. Воздействие солнечных лучей может значительно затруднить ее удаление. В заключение помните, только правильно выполненный монтаж системы сотовых поликарбонатных панелей TopGal обеспечит создание надежного и эстетичного покрытия. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по правильному монтажу изделий PolyGal, обратитесь за подробной технической консультацией к их продавцу или в раздел технической поддержки на интернет-сайте компании. PolyGal brings nature in.